В АГИ 22 ноября отмечали День психолога. Этому дню был посвящен и круглый стол, который прошел накануне. Актуальные проблемы взаимодействия образовательного учреждения и семьи. Тема очень актуальная, потому что в современном обществе мы наблюдаем кризис взаимодействия семьи и образовательного учреждения. И семья, и образовательное учреждение становятся как в некоторой степени закрытыми. То есть возникает очень много вопросов, возникает очень много проблем. Сегодня можно говорить о важности и заметном влиянии психологии на многие сферы жизни. И о том, что без психологии невозможно решение многих социальных проблем. На конференции я бы хотела почерпнуть опыт педагогов-психологов других школ, чтобы они мне подсказали, возможно, направления работы какие-то, ведутся новые технологии, новые пути взаимодействия с педагогическим коллективом. Последние годы наука, психология переживает подъем и развивается как экспериментальная естественно-научная дисциплина с большим практическим применением. Студенты колледжа и института АГИ получают специальные знания по различным дисциплинам. Но есть знания, которые можешь получить, если внимательно всматриваешься в жизнь. Проблемы детей в детских домах сегодня не сводятся к одежде или игрушкам. Главное, чего не хватает – общение. Ведь именно в общении дети учатся стыдиться, радоваться, учиться подчиняться и быть лидером. Приобретают необходимые навыки общения в других социальных группах – взрослыми и маленькими, пожилыми и сверстниками. Просто поиграть, просто поговорить – это могут многие. Но прийти по зову сердца и души, отдать кусочек себя, пожалеть, отогреть и, главное, чему-то научить, попробовали девушки из волонтерского отряда АГИ. В уютном детском доме «Благо» они, позабыв про свою взрослость, с азартом и умением устроили веселые старты для своих подопечных, рисовали смешные звериные рожицы на милых лицах ребятишек, играли в джунгли. Мне очень нравятся дети, я очень их люблю, и мне нравится, когда они улыбаются, мне нравится слышать их смех. Такие встречи, как кусок цветной мозаики. Но из множества маленьких радостей, детских улыбок и доброты сложится не только позитивная картина мира для малышей, но и опыт проживания чужой беды как своей для тех, кто считает участие в волонтерском движении обязательным жизненным кредо. Студенты АГИ не только прилежно учатся, занимаются наукой, но и развлекаются. Традиционное студенческое «Оскар-шоу» с каждым годом становится все более интересным и отлично подготовленным. В этом году главной темой мероприятия стала сказка «Теремок», вокруг которой строились сюжеты студенческих выступлений. В шоу принимали участие практически все факультеты АГИ и команда колледжа. Интересно и задорно выступили гости – курсанты из Голицынского пограничного института ФСБ России. Ребята показали голливудские сюжеты во всех жанрах. Знания зрителей получили команды юристов, управленцев, студенческого совета и многие другие. В этот вечер на небе студенческого шоу зажглись новые театральные звезды, которые пели, танцевали, показывали пантомимы в собственноручно изготовленных костюмах и креативном гриме. Жюри единогласным решением отметило команду факультета психологии, наградив ее главным призом. Но и все другие команды выступили не менее достойно, наполнив актовый зал волнами не только позитива, веселья, но и создав соответствующую атмосферу студенческого братства. Татьяна Мироненко, Сергей Латошин, Одинцовский гуманитарный институт.